Крымском федеральном университете прошел открытый диалог против ненависти и ксенофобии. Участниками стали студенты КФУ и спикеры из различных ведомств и министерств республики. Мы собираемся с разных сторон рассмотреть данную проблематику со студентами, обсудить ее с помощью и видеоматериалов, ответить на вопросы и довести самые важные моменты по данной теме и послушать нашу молодежь. Девиз «Процветание в единстве» в полной мере отражается в деятельности крымских вузов, отмечает председатель общественного совета при Министерстве внутренних дел Игорь Казаков. Здесь учатся студенты, ну, не только со всего Крыма, да, но и с других уголков Российской Федерации. Вот, и в том числе это представители различных национальностей, различных конфессий. С началом специальной военной операции слово «нерусский» исчезло, так как все народы России сражаются плечом к плечу, подчеркивает депутат Государственного совета Республики Крым Армен Мартаян. Вот сегодняшняя цель – это показать и научить и приобщить наших студентов к уважению друг к другу, к уважению других религий, к уважению просто к тому соседу, который независимо, от него не зависит, он кем родился по национальности, но он любит тебя. Участники посмотрели тематические видеоролики и обсудили вопросы противодействия экстремизму и ксенофобии. Акцию проводит МВД России. Она проходит ежегодно и охватывает все регионы страны. Елизавета Черкашина, Михаил Пагомий, пресс-служба Крымского федерального университета.